Всем йоу, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Алекс, Фокс и Фрэш, наш подписчики. Сегодня, друзья... Не-не-не-не-не-не-не! Отдай, отдай! Мою! Да, отстаньки! Мой, ты чё, издевай? Так, пацаны, во-первых, поздоровайтесь. Вот, да. И сегодня, друзья, у нас скилл-тест на грузовиках. Ну, не просто... Не только грузовик-то у нас сегодня. Нам обязательно надо взять прицеп и добраться до конца. Ну, то есть, это все гораздо сложнее. Это скилл-тест с прицепом, да. Да. Как знаете, это будет супер сложно. А почему рефера? Почему рефера нету прицепа? Да, мы, кстати, с Саньком в команде единственные. И нам вот это все надо проехать с прицепом? Макс, давай. Если что, я буду тебя прикрывать. Давай, он спрыгнул. Пацаны, я, конечно, все понимаю, да, но вы серьезно. Я что? Вы издеваетесь? Нам реально все это надо проехать? Я что, фура вам, так, ребята, у нас срочно заказ. Тут как бы у нас заказали Кёнигсег, заказали две классики. Кёнигсберг. Это не классика, это ретро. Ну, ретро. Ну, так, классика и ретро — это разные вещи. Это Бугатти. Ну, Бугатти, да. Классика — это же куль. Сука, я сел на... Так, ну, проезжайте. Ну, что встать? Пацаны, блин, вообще, я реально, то есть, когда нам сказали, что у нас будет скилл-тест на грузовиках с прицепом, я вообще все по-другому себе в голове представлял. Подожди, а как здесь проехать надо? Так, подожди, может быть, нам, пацаны, здесь вот проехать просто надо, нет? Макс, ты уверен? Макс, ты уверен, что нам наверх надо? Подожди, может быть, вот тут как-то проехать, нет? Нет. Я понял. Подожди, стой, а он тут... Нет, нет, стой, назад. Назад, да куда ты поехал? Понятно, пацаны. Ну, как бы минус один уже. Так, подождите, а где еще можно прицепы подобрать? Тут по боку надо ехать. Я не могу перевернуться. Я не могу. А вон там грузовички стоят. Ну что ж, вот мы снова встретились. Давай, сейчас надо 100% проехать. Нам сказали, что здесь надо вот так вот сбоку. Вот так вот. Пацаны, нам впереди. Я просто посмотрел, там столько всего еще проходить. А самое главное, что все это надо, конечно же, пройти с прицепом. Это нужно смотреть не только за собой, но и за прицепом. Так, а в смысле, а пробка? Я понимаю, зачем вообще в GTA проходить скилл-тест на всяких курах? Ну, потому что это круто! Почему не могли пойти в этот симулятор 2? А, ну да, конечно! По европейским дорогам прошли бы. Ну, конечно, да! Так, пацаны, в рацию. Черная машиночка, ответьте, пожалуйста, ответьте, спасибо. Во-во-во, все, другое дело. Там надо было посигналить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, стой, подожди! Я хотел посигналить, а я сбросил прицеп. Так, все нормально. Все под контролем. Блин, это реально надо следить не только за грузовиком, но еще понимать, как двигается этот прицеп. Это жестко. От первого лица. Это, пацаны, мне кажется, что после того, как мы пройдем этот скилл-тест, мы можем официально идти дальнобойщиками работать. А, да, что такое? Вот здесь на себя не наедь. Пацаны, в смысле на себя, подожди. Че? Бревна видишь, валяется? Шутка, там видишь, что риса, видишь, там банкомат 2 стоят снизу, там чувак деньги снимает, да? Давай упадем на него, прикинь, он это испугает. Задолбайся проходить заново, пацаны. Ну это понятное дело, деньги заберем. Слушай, да я реально хочу посмотреть от первого лица. Ё-май, нет. Я пораступал. Точно бы не от первого лица, мне кажется, это вообще нереально пройти. Прикинь, смотри, вот в жизни ты сидишь, чилишь, вон там вот где... Да, в окошко где-нибудь такие... в зданиях. И просто здесь грузовиков такие поднимаются. НЛО, тут краны какие-то, пацаны, это жестко. Хотел это реально. Почему я первый кек гляди в жопу? Давай, проезжай. Это так хорошо. Нет, друзья, сегодня с вас по-любому лайкусик. Потому что мы сегодня потеем по полной программе. Вот, все запущено в режиме захвата. Да, то есть тут нет чекпоинтов. И если получается, ну, чекпоинт, их нету, то если мы падаем, нам приходится проходить все с самого начала. Ну, или с каких-то тут своеобразных построенных чекпоинтов. Вот, так что все гораздо усложняется, просто так зареспавниться мы тут не сможем. Вот, поэтому все нужно стараться проходить с первой попытки, задача реально усложняется только за счет этого. Вот, ну и плюс прицеп. Тихо. О, пацаны, да, я говорю, реально сейчас, пацаны, как дальнобойщики. Реально по рации можем там переговаривать. Так, аккуратно. А рефер в бассейне плавает, смотри. Ему хорошо, он чилит. В смысле? 90 градусов как, алло? Нет, пожалуйста, только не это, пожалуйста. Подядя. Пипец, пацаны, я думаю, что если тут упадет прицеп, то лучше его бросить и просто проехать дальше. Пофиг на груз, который мы перевозим, пофиг на него, то, что нас уволят с работы. Я прошел. Как ты это сделал? Пацаны! Давай! Нет! Блин, ты смотри, у меня груз держит, пожалуйста! Блин!
Ну ты издеваешься, Макс! Что ли, а? Что? Это, пацаны! На меня грудь держит. Я почти это сделал. Так, это было что-то непонятное. Это была очень опасная авария, смертельная, все дела. Поэтому тут рядом стоит специально, ребята, вот такой подъем. Это своеобразный чекпоинт. Соответственно, мы делаем вид, что мы подобрали. Так, не, можно, пожалуйста, розового цвета? Я, короче, дальнобойщик с оружием. Ну, давай, отстань, ну дай возьму. Битва за прицеп. Да блин, ну дай. Мне для превьюшки надо. Для превьюшки надо. Два прицепа. Во. Один розовенький, а другой фиолетовый. Вот, другое дело. Вот, отлично. Проверим. Так, ну чё, пацаны? Ты серьезно? Не, ну нафига усложнять? Тут один прицепов-то больше нет, пацаны, понимаете? Макс, мы команда. Да, мы же в команде, красава. Не-н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 е-
заезжать. В смысле, зачем? Не, я нормально заехал. Вот, все, видишь, я еду просто прекрасно. У меня пока все. Симулятор 2 не играли. Я не играл! Да, вот нет! Вот в это я не играл, это я признаю. А я в онлайне задротил. Я в онлайне вообще жестко задротил. Но я на грузовиках тоже частенько катался, пацаны. Я помню, руль купил специально. Стой! Держись! Господи, как это сложно проходить там все! Как ты прошел? Тихо! Так, вот здесь поаккуратнее надо. Берем разгон сразу вот отсюда. И поехали. И помчались. Ни хрена, у меня какая лечит голову. Вот так вот, все, едем нормально. Ты издеваешься. А еще лучше дорогу здесь поставить нельзя было? Нет. Смотри, как у меня прицеп. Это очень узкая тропинка для грузовика с прицепом. Это очень узко. Это жесткая проверка на тебя. Ну что ж, я понял то, что тут просто так не проедешь. Тут надо прям реально соблюдать полную точность, быть максимально аккуратным и следить, конечно, за прицепом, потому что он может тебя потянуть на дно. Вот, поэтому здесь прям супер аккуратно. А так, я проезжаю. А мы с Максом прошли, знаешь почему? Потому что мы команда. Тихо, боже, я вижу то, что у меня прицеп немного под углом находится. Его колоебит. Тихо. У тебя в прицепе, кстати, этот Вихрь. Я пытаюсь его скинуть. У меня в прицепе кто? У меня. Ты что делаешь? Ты, короче, так сделай. Осталось совсем чуть-чуть, ребята, Да, такой как хвост. Олег, смотри, у меня рефер в машине. Фух, все нормально. Ой, а что у тебя там рефер делает? Вот, смотри, он сейчас упадет. Макс, самое главное, сам не упади оттуда. А ты видишь, как у него прицеп болтается? Да, нет. Как будто собака, знаешь, типа радует за хозяина. Подожди. Не, у меня он стоит на месте как-то, он у меня не дергается в этом прыгу. А, у меня дергается, как собака радует за хозяина. Так, все, пацаны, поехали дальше. Это, знаешь, это рефер у тебя как безбилетник. То есть, знаешь, такой сел, как не заплатил за проезд. Так, а что теперь? Сюда, ребят. Сюда, направо. Слева это, я понял. Я сначала подумал, что нам съехать вниз надо. А тут это законно, да? То есть ехать. Это законно? Так, да, пацаны нас сопровождают, поэтому поехали, пока есть такая возможность. Это не шанс, я вообще не знаю, как тут ехать. Мы, короче, сейчас на дворе 2050 год. Ага. Нормально. Да. Это новые дороги, короче. А я-то думаю, что за магия такая? Стой. Так, а вот тут вопрос, подожди, если взорваться. Подожди, если удариться об это. Нормально! Давай. Не, ну стой, не то. Стой! Задача его столкнуть. Вот здесь не надо сталкивать, ребят. Здесь да подожди, стой. А что это за предметы такие? Я не знаю, что это. Это скорее бункер, спуск. Бункер. Пацаны, вы вот это видите вообще? А что там, да изи, давай. Да просто, быстрее. Ну так. Ну быстрее. В смысле пробка, изи? Ну быстрее, пробка на границе, а? Ема, я разогнался! Капец. Так, все, ладно, едем дальше. Так, а здесь какие-то трамплины начинаются. По ним, что ли, вот так вот? Акровикс, это типа Роликс, да, я понял? Тихо, не падаем, нормально, все. Все под контролем, держимся. Оп. Нет. Стой. Отлично. Хорошо. Оп. Так, пацаны, езжайте за мной, я вас проведу. А я надеюсь, что я вообще все правильно делаю, все правильно еду сейчас, потому что, знаете, так непривычно без чекпоинтов ездить вообще. Я что-то спокойно прошел. Нет, типа просто я не понимаю, правильно ли я все делаю, в правильную сторону я еду, я вот этого понять не могу. Так, здрасте, Сереженька, здрасте. Так, а что, теперь просто прямо вот так вот, да? Ну, пацаны, у Сереги одна тачка, четыре тачки, пацаны. Просто они такого цвета темного все были, что они сливались с его... Ой, Олег, математик. Серьезно, подожди, фулрайд на грузовике, what the fuck? Лол.
Серьезно? Нравится, как Алекс застонал сейчас. Потому... Пацаны, хоть мы играем в GTA. Саня! Пацаны, хоть мы играем в GTA. Почти каждый день. Ну такое, реально согласитесь, я такое бывает редко. На фуре, алло, я это жестко, это да, жестко. Да, да. Так, надо прицеп подобрать. Самое главное, что в прицепе все оставалось в сохранности, да, без царапин. Ой, капс, да. Ой, пацаны. У меня прицеп открылся. У тебя просто, ловлю прицеп. А нет, все нормально, все нормально, все нормально. Пацаны, у меня прицеп открылся. Он реально открылся, смотри. Смотри, чтобы тачки оттуда не выехали. У меня помятый прицеп, он мятый. Вот, смотри, у Сани тоже. А я не могу одеть свой прицеп, прикиньте. Поменяй. А поменяй. Я могу заехать в прицеп твой. Макс, о, он меня одел, ты спасибо, что одел. Да не за что, да не за что. Блин, ребят, ну это реально жестко. Это реально очень крутой скилл-тест. Хоть такое бывает редко, но я уверен, ребят, что вам это понравилось, поэтому ставьте лайки, если хотели бы видеть. Что такое? Ты натянул мой прицепчик. А в смысле? Я прошел. А там смысле? Ясно. Это значит, а подожди, Макс, мы с тобой выиграли, мы же команда. Вот так вот, значит, да, пацаны? Вот вас двое, поэтому вы и доставили вдвоем, да? Ясно. Понятно, понятно, понятно. То есть у меня заказ не приняли, да? То есть я вот просто... Я, то есть, просто так вот до конца вот проехал, да? Ребят, кто не понял, тут был уже финиш, то есть наша задача, нам надо было довести один из прицепов до конца. Да, и чья команда довозит до конца первый, соответственно, выигрывает, вот. Ну, а так как Саня воспользовался с таким моментом, проехал вперед, пока я там с Максимом там мы развлекались вместе. А вот, Макс там отвлекал. Ну да, поэтому, друзья, о, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Вы поставили лайкусики. Это был такой реально очень крутой своеобразный скилл-тест. На мате пацан гейп прошел. Все, друзья, не забывайте подписываться на все наши... Чё? Сюда гейп. Где? Вот, в розовой рубашке. Да почему он сразу гей? Почему розовый цвет? Гейб Ньюэлл. Подожди, ну, кстати, ну так... Всё. Так, я не понял. Все, друзья, не забывайте подписываться на все наши каналы. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Алекс, Фокс и Фрэш. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Ай. И вот так. На. Это дальний... На! А я-то жив. И на! На! Да! Да, паяйка! На! Минус! На! На! На!